Юмор ФМ. Перед тобой лежит 5 шуток. Каких-то рандомных шуток. Ты сейчас их будешь читать, но, соответственно, тоже в образе кого-то. А вот в образе кого, давай ты выберешь сама, а мы попробуем угадать. А вы вообще разбираетесь в мультипликационных персонажах? Я собираюсь по ним сейчас пройтись. Давай пройдемся, сейчас мы попробуем выясним, угадать. Сейчас выясним, разбираемся мы или нет. Да, вот и поймем, действительно. Ну, давайте. Начнем. Я буду, на самом деле, миксовать для наших радиослушателей. Я немножечко раскрою карты, буду миксовать. Это будут и популярные какие-то известные личности, которые выступают на публике, и также мультипликационные товарищи. Давай. Уже можно? Уже можно. Ой, кто-то, мне кажется, хлеб у меня пришел отбирать. Итак, господа, чтобы найти мужика, нужно забыть другого мужика. Это как... найти мужика, чтобы забыть другого мужика, это как взять кредит, чтобы погасить другой кредит. Вот у меня такое только мнение сложилось. Ну, сейчас прям есть полное ощущение того, что мы побывали на стендапе Юлии Ахмедовой. Господа, если вы не заплатили за это, то у меня большие вопросы, как вы здесь оказались. Поэтому ваше выступление здесь не тянет на комнату ожидания. Это только детская комната милиции, честное слово. Отлично, все, так справились с первой задачей. Ахмедова была, точно, 100%. Так, следующий у нас. А когда в крабовый салат добавляют рис, то получается поки, по-советски, такое вкусное. Так, это какой-то мультперсонаж, да? Да, это кто-то круглый и кто-то розовый. Крабок? Практически. Кто-то такой круглый, такой загадочный. Это кто-то какой-то из смешариков? Ну, конечно, вот сразу видно. Ты в них разбираешься? Я не особо... Ежит заедет. Нюша? Ну, конечно же, это Нюша! Вот сразу видно, что ребята не смотрят наши российские мультики. Мне 35 лет, чем я занимаюсь? Так, поехали дальше. Так, проблема в том, что я не успела придумать, конечно, кем мы будем разговаривать, но давайте попробуем снова тем человеком, которого вы ни в жизни не догадаетесь, кто это. Это... Если увидишь когда-нибудь кактус, который падает с подоконника, то не лови его, пусть он падает. Кто это был? Это кто? Сразу видно, люди не смотрят мультфильмы со своими детьми, либо вообще... Да у нас нет детей! Ах, вот оно в чем дело. И мультфильмы. Ребята, так а чем же вы тогда здесь занимаетесь вообще? Все теперь ясно. Ладно, тогда не будем никого томить. Это Лизка Барбоскина из семейства Барбоскин. И она вот разговаривает вот так вот немножко. Немножко заедает буковки и не поговаривает букву «э». Вот такая вот у нее есть особенность. И у нее есть еще сестра, которая скажет прямо сейчас следующую шутку. Давай. Если увидишь когда-нибудь кактус? А, это же шутка моей сестры. Надо говорить следующую. Маленькая девочка говорит своему отцу: не ори на меня, я тебе не жена. Это у нас, собственно, Роза Барбоскина, такая ее сестра, молодая. Ну, я надеюсь, что есть среди наших радиослушателей, у которых есть дети, и они следят за развитием событий. Не переключайтесь. И, конечно же, у нас следующий человечек. Я даже не знаю, кто это может быть. Ох, ребята, ну давайте попробуем, раз вы сегодня не в настроении отгадывать мультики, так, перейдем к киноперсонажам и немножечко вернемся в наше детство. Давай. На соревнованиях по легкой атлетике кенийский бегун, бегин, беган. Вот как-то так. Это очень знакомое. Давайте узнавать, кто же это. Это очень знакомое. Может быть, это можно... Чебурашка? Нет, это кто-то из кино. Тот, кто любит лягушек и сливочное пиво. Можно, конечно, пойти в такой клуб на Хагрина, где делают сливочное пиво. Но оно не такое волшебное, как то место, где мы учимся. Ну, это Гарри Поттер 100%. Конечно, но у него есть друг, известный по одной роли. Рыженький. Ну, конечно. Конечно, и здесь ему 10 лет. Это фильм 2000 года. Как зовут рыженького друга? Да я не помню. Я не помню. Ребята, чем вы занимаетесь здесь? Работаем! Значит, детей нет, мультики не отгадываем, кино не отгадываем. Одну Ахмедову только знаем, и то потому, что она вот только что заходила за кофейком и ушла. Это, друзья, Рон Уизли. Рон Уизли, 100%. Пожалуйста, поприветствуем его. И он появляется прямо сейчас в нашей студии. И уходит отсюда, потому что его никто не знает. На Юмор ФМ.